Құрметті ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, дорогие друзья. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай мәдениет синергиясы бағдарламасы аясында алғаш рет біздің өлкемізде Грэмми сыйлығының иегері ақштың джаз вокалисті Джейми Дэвис пен Ресейдің джаз пианисті Алексей Черемизовтың легенды джаза Павлодар атты концертіне қош келдіңіздер. Кешімізге жұлдызды қонақтармен бірге Исабайзақов атындағы Павлодар облыстық филармониясының джаз оркестрі өнер көрсететін болады. Көркемді жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Виктор Шейкин. Итак, вы поняли, что на этой сцене сегодня мы представляем Джейми Дэвиса, нашего замечательного гостя. И вот сейчас вы видите, что перед вами уже на сцене Виктор Шейкин, заслуженный деятель Казахстана, руководитель нашего прекрасного оркестра Молдавской народной гармонии имени Прежде чем мы пригласим на эту сцену Джейми Дэвиса, который является выдающимся джазовым исполнителем современности, который является хранителем традиций классического американского джаза, который посвятил себя джазу однажды и навсегда и остался верен ему навсегда, превратившись в живую легенду, мы дадим вам возможность насладиться прослушиванием прекрасной музыки в исполнении нашего джазового оркестра. Итак, семинестика Magic Flute Jazz Orchestra Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова Виктор Шейкин. Thank you.
Мехико, The Hits Ан. Happy to see you.
Kazakhstan. First time in Kazakhstan for me, okay? So I love you, Kazakhstan! So Bezalel Mutsu.
сейчас для вас играет Марк Сорокин, Еркен Алтыбаев, моим друзьям. This world.
my one and only love. The shadows fall and spread, the mist takes hours. In the hush of night, yeah.
every day I got the blues. Let's have some fun!
сцене наш гость Джейми Дэвис. Встречаем! Come fly with me! Yeah.
небольшой сюрприз для вас. Дело в том, что мы пошли на небольшой эксперимент и решили познакомить вас с удивительным инструментом, который может все. Он может изображать звук ветра, он может изображать все звуки природы. Это замечательный инструмент, называется нарфобус. И мы позовем сейчас лауреата республиканских и международных конкурсов Раушан Нарчпаеву, которая поможет нам в этом номере. Лайна Уричи, hello! Раушан Нарчпаева! Somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Nature Boy. There was a boy, very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy, enchanted. Thank you.
Thank you very much.
band. Спасибо огромное нашим гостям. И в завершение нашей программы Омаха!
очень хочет сфоткаться с вами. Пожалуйста, не забудьте. Okay. Okay, I gotta take a picture with the band. Okay.